Слово мудрости вещего лада. Ервь. Вот и времечку бысть да небысть. То полнится, а то и тенью от света навивается. Во росте по пути родовому. Да что есть свет во нас, во человеке? А и то, что полнится сердце наше, перечисляя, не перечислить, бо в нем вся суть есть. Это аки ковш. Кош – обитель духа во человеке. Да духа нашего, родова, как есть родова. Посему и любовью родовой полна наша коробушка, от малого да ко великому, не разделяя да не выделяя. А что ж такое есть любовь-то? А сие действо, есть им сила. Да сила така, что мир держит от внешнего предела сознания до внутренней беспредельности, силою положенной. Посему и следуем силе сей, творя волю по мере своей до каждого. Мера, мера человечья, что всем есть, а то, что это нас и отличает от родова, проймем познавая, стереть нам грань сию, бо мера родова и есть безмерная. Быть, кстати, нам подлинно человеком, найдя себя, во себе ощутить дух родова, что он есть в тебе, милом. Вот и ищем, на время не погодя да без оглядки, ищем, бо дух сей присутствует округ да во всем, как азм есть, да на стезю нас выводит. Да где же искать-то ее стезю-то, спросит кто? Да тут же, милую, и найдешь, по стезя и есмь человек, да путь родовый. И путь сей, аки ось, от одного полюса да ко другому, и ни начала, ни конца не бысть. Бо полюса сии, аки центры, дня и ночи, лето али зимы, не суть, что есмь разница. Солнце, сердце, они и есть им одно. Кто ведает сие, то и ведает. А ведает тот, да кто открыт сердцем, умеющий слушать и слышать в нем безмолвный глас мира, волю, посягаемую не разумом, но сердцем. И эта сила – целенаправленное движение из истока, что есть им дух родова в нас. Вот и речем мы слово, бо сие есть им указатель направления, аки перст, али тень, бо без этого нет проявленного, что есть им неизведанное.